Всем здравствуйте! Вы смотрите интервью дня на телеканале Катунь-24. Меня зовут Антон Скаль. Ну и пойдем по не совсем стандартной схеме. Представлю гостей. У нас сегодня Никонова Оксана Антоновна, заместитель начальника отдела по вопросам миграции МВД России по городу Барнаулу, и Брютов Алексей Николаевич, начальник отдела РЭО ГИБДД МВД России по городу Барнаулу. Здравствуйте, не первый раз собираемся таким составом. Все, что мы делаем, это упрощаем жизнь жителям Барнаула, жителям Алтайского края и гостям краевой столицы в том числе. Сегодня будем говорить, как я понимаю, про взаимодействие ваших подразделений с таким порталом, как Госуслуги. Есть ли какие-то нововведения, которые появились с 1 января 2020 года? Чем сейчас удобно пользоваться госуслугами для жителей, для гостей нашего региона? Давайте с центра миграции начнем. Отделы по вопросам миграции оказывают государственные услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, регистрационный учет граждан Российской Федерации, оформление заграничных паспортов гражданам Российской Федерации. Все эти государственные услуги гражданин может получить, как обратившись в подразделение по вопросам миграции, так и обратившись на портал государственных услуг. То есть ничего не поменялось, ничего не добавилось по сравнению с прошлым годом? Нет, ничего не поменялось. Поменялось только то, что все больше граждан все-таки пользуются порталом госуслуг. Портал госуслуг успешно осваивается. Граждане стали понимать, что есть только преимущества, конечно, да. И охотно пользуются порталом госуслуг, что, безусловно, радует. Вы сказали, несколько перечислили. Это и получение, это и замена, там, поскольку 45 у нас получается, в 20 лет. Скажите, самая популярная процедура, которую как раз используют через госуслуги? Ну, пожалуй, самая популярная государственная услуга и самая массовая – это регистрация граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания, так как гражданин на протяжении своей жизни непосредственно очень часто меняет место жительства, смена квартиры и так далее. Поэтому можно считать эту услугу наиболее востребованной. А вот если говорить о сроках предоставления услуги, ну, как раз через госуслуги, возьмем, к примеру, получение там, в 14, 20, 45 или замена паспорта гражданина Российской Федерации. В какие сроки она должна быть предоставлена? Государственная услуга по выдаче и замене паспорта оказывается в течение 10 дней. Также государственная услуга может оказываться в течение 30 дней для граждан, которые зарегистрированы, например, на территории другого субъекта. То есть это для иностранных граждан? Нет, для граждан России. А если взять иностранцев, у них уже тоже похожие вопросы. Для иностранных граждан какие сроки осуществляются? Ну, ответственность по регистрации иностранных граждан, по постановке на миграционный учет несет гражданин Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации должен в течение 7 дней с момента прибытия иностранного гражданина поставить его на миграционный учет. Оксана Анатольевна, вы уже сказали, давайте еще раз напомним нашим зрителям, куда могут обращаться граждане для получения вот услуг, которые как раз по вашему направлению. Значит, по вопросам постановки на миграционный учет иностранных граждан можно обращаться по адресу город Барнаул, Шевченко, 170. Это отделение миграционного учета. Также граждане могут выбрать как альтернативный способ подачи своих заявлений через многофункциональные центры, находящиеся на территории города Барнаула, или отделение, либо почтовое отделение. По вопросам получения паспорта гражданина Российской Федерации, регистрационный учет граждан Российской Федерации, граждане могут обращаться в отделы по вопросам миграции, расположенные в отделах полиции по территориальности, по районам города. На словах все очень просто, все очень понятно и все очень удобно для граждан. Но есть ли какая-то ответственность вот от нас, от россиян, от жителей Алтайского края, не своевременно пошел менять паспорт или что-то в этом роде? Скажите, какая ответственность ложится на плечи обычных жителей, если вот нарушаются правила? В случае, если гражданин Российской Федерации своевременно не обратился по вопросу замены паспорта, ему грозит ответственность в соответствии со статьей 19.15 Кодекса об административных правонарушениях. Предусмотрен штраф в размере от 2000 рублей до 3000 рублей. Также подобная административная ответственность предусмотрена за несвоевременную регистрацию граждан Российской Федерации.
А напомните сроки, в какие сроки вот приехал иностранный гражданин в Российскую Федерацию, в том числе к нам, в Барнаул-Алтайский край, в какие сроки он должен зарегистрироваться на территории? Принимающая сторона должна зарегистрировать иностранного гражданина в течение 7 дней с момента прибытия иностранца в его адрес непосредственно. Угу. Ну, я думаю, максимально подробно, максимально понятно. И если есть какие-то вопросы, то как раз в те вышеперечисленные центры могут обратиться наши зрители. А есть какой-то телефон для справок? Может быть, можно позвонить и проконсультироваться, если включили не сначала наше интервью и вопросы остались... Ну, можно обращаться непосредственно в отделы по вопросам миграции отделов полиции, либо можно обращаться на Шевченко 170 55 89 07 телефон. Александр, на любые вопросы можем ответить. Вам большое спасибо. Мы так по-джентльменски поступили. Дали Азербайджану Дамира высказаться. Алексей Николаевич, теперь к вам. Мы с вами встречались, если не изменяет память, летом. Говорили о каких-то нововведениях, которые вступят в силу как раз с 1 января. Мы предлагаю сейчас вспомнить вообще всю палитру услуг, которую как раз именно РЭО ГИБДД вместе с госуслугами осуществляет. И о нововведениях. Лично я запамятовал, но давайте освежим в памяти. Давайте освежим. Наш отдел предоставляет две государственные услуги. Это первая – регистрация транспортных средств и прицепов к ним. И вторая услуга – это проведение экзаменов, выдача и замена водительских удостоверений. По итогам 2019 года по линии регистрации транспортных средств оказано 55 тысяч государственных услуг по выдаче водительских удостоверений. 45 с половиной тысяч услуг предоставлено. Это только получили впервые или замена? Это замена, учитывая то, что 2019 год был годом массовой замены водительских удостоверений. Нами выдано 44 500 водительских удостоверений. Вот сейчас для меня это скоро будет актуально. Скажите, подходит срок 10 лет же у нас, да, водительские удостоверения? 10 лет. Куда обращаться? Как эта процедура вообще осуществляется? Обращаться можно непосредственно к нам в подразделение. Это 10-я западная 1. Вы можете для замены водительского удостоверения обратиться в многофункциональный центр, либо его филиал, или территориально обособленные структурные подразделения. Но по моим рекомендациям лучше обратиться через единый портал государственных услуг. Во-первых, вам не придется тратить время на ожидание в очереди. Второе, то, что вы в обязательном порядке сэкономите на уплате государственной пошлины. Если вы придете в живую очередь, госпошлина составит 2000 рублей. А если... через единый портал, то 1400 рублей будет госпошлина составить. Какие-то медицинские справки, как на получение прав, это все необходимо? Да, для получения и замены водительского удостоверения необходимо предоставить паспорт личности, медицинское заключение и реквизиты госпошлины. Реквизиты уплаты государственной пошлины. Так. И старое водительское удостоверение, если в случае замены. Продолжаем. Актуальный вопрос для себя задал, Алексей Николаевич. Продолжаем. 44 тысячи примерно такая цифра прозвучала. Заменили в 2019 году. Сейчас эта процедура продолжается? Процедура продолжается в полном объеме. То есть люди также обращаются к нам. Стоит отметить, что процент обратившихся заявителей через единый портал в настоящий момент составляет 70%. То есть уже, а если есть как-то какие-то цифры, к примеру, в 2018 году, эта цифра была, мне кажется, меньше. Цифра по доле граждан, получающих государственные услуги в электронном виде, она сложилась из того, что в 2019 году президент Российской Федерации издал указ номер 601 о совершенствовании системы государственного управления. И каждый год этот процент он нарастал. То есть был каждый год, начиная с 2013 года, добавлялось по 10% желающих. И это был установлен целевой показатель, который должны были достигнуть все государственные органы. Что количество заявителей должно именно получать в электронном виде 70%. То есть по 2018 году эта цифра не изменилась. То есть как люди обращались к нам в этом количестве, так они и обращаются, продолжают обращаться. Если говорить вот... По линии РЭО как раз это предоставление, замена водительского удостоверения, постановки автомобиля на учет, регистрация транспортных средств. У нас живые очереди, если говорить про Барнаул, они остались? Да, живая очередь есть. Осуществляется она вот при замене водительских удостоверений и при регистрации транспортных средств. Это в пункте, расположенном по адресу Космонавтов 10/4. Но сейчас
Вот насколько я знаю, уже минимум людей, ну, по крайней мере, из моих знакомых, кто обращается как раз в живую очередь, все-таки в госуслуги, выбрал время, когда тебе удобно, и как раз про то, что вы сказали, это определенные скидки, правильно, мы назовем скидки, оплатить те же госпошлины, можно там, в 30% скидки, да, 30%. Если не изменить. Если говорить про агломерацию Барнаула, в Новоалтайске же еще, по-моему, в Новоалтайске живая очередь еще осталась. И да, вот в Новоалтайске. Ну, от живой очереди не уйти, потому что не все заявители имеют возможность воспользоваться этим порталом в силу своих каких-то определенных причин. Отсутствие интернета там или не. Как правило, отмечается единственное это нежелание заявителя самого потратить время для того, чтобы создать заявку. Потратить 15 минут, да, чтобы зарегистрироваться. Ему проще прийти в очередь и постоять в очереди, дождаться своей очереди и подать заявление. Таким ну, образом. Это если говорить о нашем менталитете. Да. Тут 15 минут посидеть с телефоном, зарегистрироваться или час, там, а может быть, и больше постоять в очереди. Ну, выбор каждого. Кому-то вот это живое общение, которое в очереди может быть, как, к примеру, в поликлиниках, оно более интересно. Алексей Николаевич, что-то еще? Вот про нововведение. Давайте вернемся да, с первого. С 1 января 2020 года вступил в действие федеральный закон номер 283 ФЗ о регистрации транспортных средств. То есть этим федеральным законом предусматривается ряд нововведений, которых раньше не было. То есть этот закон предусматривает участие специализированных организаций в вопросах регистрации транспортных средств, возможность нанесения дублирующей маркировки на транспортные средства, если эта маркировка была уничтожена в результате естественного износа либо противоправных действий лиц. И также установлено, что присвоение государственных регистрационных номеров осуществляется исключительно с кодом региона по месту жительства собственника транспортного средства. Ага. Также установлено нововведение, что транспортные средства, которые принадлежат несовершеннолетним собственникам, теперь регистрируются за их представителями на временный срок до достижения заявителями 16-летнего возраста. Алексей Николаевич, вот сейчас все это соберу в кучу и задам вопросы, которые, наверное, интересуют не только меня, но и многих. Вы сказали, вот нанесение и новые, как да. правильно назвать, ВИН кузова, который, да, он да, вот недавно маркировки, да. Это если тот, который находится, к примеру, был испорчен, вы сказали, то есть сейчас можно это все сделать? Вообще, вот этот вопрос, он и раньше был актуальный, да, и при регистрации мы транспортных средств сведения об измененной маркировке мы вносили в регистрационные документы. Сейчас законодательно установлен порядок, что в случае изменения заводского маркировочного обозначения, нанесенного предприятием-изготовителем, проводится исследование транспортного средства, по результатам которого экспертами выдается заключение, и в случае установления первоначального маркировочного обозначения, которое было нанесено на это транспортное средство, сотрудниками госавтоинспекции принимается решение о нанесении дополнительной маркировки. С этим решением заявитель обращается в органы сертификации, испытательные лаборатории, испытательные центры, либо к любому из производителей транспортных средств и наносит на этом транспортном средстве дублирующую маркировку. По результатам нанесения этой дублирующей маркировки заявителю выдается сертификат, свидетельство, вернее, о нанесении этой дополнительной маркировки, с которым он обращается в РЭО, и вот эти все изменения ему вносятся в регистрационные документы. То есть в дальнейшем получение этих документов и нанесение этой дополнительной маркировки избавит собственника проходить все эти процедуры по установлению первоначальной маркировки каждый раз при совершении регистрационных действий. Алексей Николаевич, Оксана Антоновна, вам большое спасибо за эту беседу. Наше время ограничено, но, может быть, так с интервалом в полгода мы будем встречаться и освежать в памяти жителей Алтайского края всю важную информацию касательно взаимодействия РЭО и миграционной службы с порталом госуслуг. Вы смотрели интервью дня на телеканале Катунь-24. Оставайтесь с нами.